Интересный факт. На данный момент на учете городского центра занятости стоит ровно 2000 человек. Уровень регистрируемой безработицы при этом составляет 0,58%. И это один из самых низких показателей в стране. А чтобы не сбавлять темпы, на мероприятие активной политики занятости в следующем году будет выделено 25,5 миллионов рублей. Деньги поступят из областного бюджета. Основными статьями расхода станут профессиональное обучение безработных, пенсионеров и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Определенные суммы предусмотрены для проведения конкурсов и ярмарок вакансий, выплат компенсаций и денежных премий. Активная политика занятости, она очень многогранна, она включает в себя огромный спектр деятельности. И вот те средства, которые запланированы на предстоящие 3 года, они позволят в полном объеме всем центрам занятости области реализовать эту активную политику. Ожидается, что региональная казна пополнится и федеральными средствами. 185 миллионов рублей пойдут на выплаты безработным гражданам. Дарья Сударева, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.